Всем здравствуйте! Сегодня у нас такая небольшая распаковочка силиконовых приманок с AliExpress. Заказал на пробу. Большого смысла нет. У нас они стоят примерно так же или даже чуть-чуть дороже. Заказал, значит, копии Аваруны и копии Лярвы. Аваруна есть там, в интересных цветах. Также есть и Лярва. Она вообще в других цветах есть. Даже есть двухцветная. Вот я заказал, правда, одноцветные, одну вообще там белого цвета, которая светится в темноте. Мне прям интересно попробовать. Просто хочу посмотреть, если будут интересны какие-то приманочки, значит, закажу еще. И смотрите, пришли вот в таких вот упаковочках. Это прям вообще такая фирменная. Вот, это просто простая, это, скорее всего. Хотя непонятно, что и где. Значит, аваруночка идет у нас, насколько я помню, где-то 2,5 дюйма. Такая тенденция в последнее время, что ловится на не очень большие приманки. Поэтому заказал 2,5. Там есть и 3, по-моему. Там в сантиметрах идет 6, по-моему, 8 сантиметров. В общем, аварунки идут 10 штук упаковка, а лярвочки идут 8 штук упаковка. Заказал примерно в одном и том же размере. Так, давайте распечатывать. Тут бы все, что хотел, сказал. Так, где мой тут любимый мультитульчик? Давайте начнем с некрасивой, да, упаковки. Цена. О цене хочу сразу сказать, пока не забыл. Значит, цена у них 8 гривен, по-моему, получается Аваруна, да, и Лярва где-то 7 гривен. А у нас, по-моему, 7 гривен стоит Аваруна, и то не понтоновская, а косодаковская. А, и Лярва где-то 5 гривен выходит. В общем, ссылки оставлю под видео, посмотрите цены, кому интересно. Всегда. Есть. Ну, здесь прям, смотрите, хоть пакетики дешевые, но зато внутри упаковано. Не просто так, я вам скажу. А, пакетик у них такой, да. Это лярвочка, да, так как я и думал. Копия на ларву. Вот смотрите, вот это вот свет, который светится в темноте. Ну, конечно, сейчас мы это не увидим. Может, я когда-то попробую на рыбалке. Или может, попробую в конце. Выключу свет, посмотрим. Вот, в принципе, отзывы о них там не очень плохие. Ну и не суперские. Ну, как бы мне было интересно. Так. И вот такой интересный цвет, смотрите. Вот типа, как вот есть седьмой цвет у аварунки. Вот у копии, видите, он такой прям, ух, не знаю, как его назвать, прям ядерный. Ну давайте вот это распакуем, мне прям интересно. Так, распаковываешь сам вот так вот. Так, а ну что по запаху? Ой. Ну так пахнет, да, несъедобка. Так, что мы имеем? Ну, в принципе, я вам скажу, нормальная резина. Нормальная резина, ну, только, я так скажу, только из-за цвета можно заказывать, пробовать, потому что нет таких цветов у настоящей, а вот в копии интересные цвета есть. Такая прям она, ух, цвет такой выедающий, так скажем. Интересно. Ну, чуть-чуть такая она подванивает, скажу вам. Так, это есть. Давайте это тоже распакуем, посмотрим. А, ну хотя можно сравнить. Давайте я сейчас вытащу, наверное, одну эту и сравним. И это вот, которая светится, должна светиться в темноте.
Ё-моё, прикиньте, светится. Я попробую сейчас свет выключу. Покажу. Светится кошмар. Она, кстати, дешевле. Вот это чуть-чуть дороже, это чуть-чуть дешевле. Это, по-моему, что-то там мог 1,9 доллара, а это 1,7. А это 1, не, вот это 1,7, а это 1,9. Что-то такое. Так, ладно, а ну-ка, сейчас давайте. Не, ну копия как копия, просто это-то побольше. Это X-ларва, вот ларвочка. Ну это в 3-дюймовом размере. Ну, ребята, очень похоже. Не буду вытягивать. Вытянуть, ладно. А у меня здесь нет таких, да? Поменьше, по-моему. Нет, я не взял. Я вам скажу, что вот по... Сейчас, секунду. Вытяну без крючка. Я вам скажу, что по... Смотрите. Ладно, вот так вот. Копия, да, сделана классно, ничего не могу сказать. Но по мягкости, смотрите, вот это вот копия, она мягче резина. Не знаю, как она будет откусывать у нее хвосты быстро, но она мягче. То есть она играть будет поинтереснее, я думаю. Посмотрим. Так, ладно, это есть дело. Так, давайте. Давайте этот пакетик. Ух, классный пакетик. Такой фирменный прям. Здесь воронка. Я прям угадал. Я ворона, или я, наверное, при получении смотрел, какой номер, я уже, если честно, не помню. Но здесь 100% какая-то фирменная тоже упаковочка. Ну-ка, иди сюда. Так, что мы видим? Вот такая упаковка здесь. Угу. О, вот это прикольный цвет, слушайте. Хочу сейчас сравнить лопатки их. А этот вот я брал. Вот я, есть у меня вот. Так хорошо на него иногда клюет. Он, правда, уже немножко. Это вот настоящая Варуна Pantone 21. Вот, я взял ему вот такие вот косодаковские. Вот. Такой еще. Сейчас вот этот посмотрим. Так, а ну что по запаху? О, вот этот, кстати. Слушайте, вот этот пахнет. Не химией. Что интересно. Вообще не пахнет. Ай, ну что-то вот мне не нравится. Все они такие. Да. Смотрите, какая-то сильно толстая, как по мне. Давайте возьмем воронку. Вот видите? У этой вороны. Здесь тоненькое туловище, да? В конце тоненькое. А здесь толстое. Лопатки, в принципе, одинаковые. Похожие. А вот у косодаковской, смотрите, у косодаковской, сейчас вытяну ее, ладно. А у косодаковской тоненькая. Ох, косодака. Ах, пахнет. Ну, давайте сравним. Так, косодака. Потом Pantone 21, да? И Китай.
Вот это вот прям Касадака сделали копия-копия, прям один в один. А вот китайцы, туловище очень похоже. А вот здесь вот, где хвостик, узел лопатки, так сказать. Ну, загиб, в принципе, тоже похож. Тут бывают загибы разные еще, всяких копий. Но загиб похож. Ну, прикольно. Сейчас вот эту еще достану. Тоже хочу посмотреть на нее. Так, это сюда. Да, это сюда. Вот это вот. Вот этот цвет мне понравился тоже. Морковка. Тоже там прикольные есть цвета, конечно. Перейдете, если интересно, посмотрите. А ну это. О, слушайте, ну это съедобный силикон, что ли, не могу понять. Наверное, да. Ну, по крайней мере, очень похоже. О, вот это классно. Это классно. Я такой Easy Shiner, по-моему, заказывал, а мне другой прислали. Касадаковцы. Или City Shaker, уже забыл, если честно. Что-то было такое, вот я хотел в таком цвете, а мне другой совсем прислали. Ну, посмотрим, если она будет, в принципе, по этому, по мягкости очень похожи. Видите? То есть мягкость. Этот можно попробовать, но. Ну, смотрите, а настоящая все-таки помягче. Смотрите, это хвостик больше загинается. Так это здесь еще крючок есть. Мягче. Pantone 21 мягче. А вот Касадаковская Варуна и. Это, в принципе, похоже. Не, хотя смотрите, и Касадака тоже мягче, да? Угу. Да, Касадака помягче. То есть, если, например, у копии Ларвы она мягче, то здесь мягче. То здесь все-таки мягче Аварунка и Касадака, чем Китай. Ну, в принципе, классные. Классные приманки. Буду пробовать. Если что-то поймаю, обязательно вам покажу. А, кстати, я же хотел еще. Я же хотел сейчас этот. Покажу в конце. Не, ну это вообще тоже классно. Вот это даже на вот эту даже ловится. Посмотрим. Я думаю, рыбаки меня поймут. Сейчас покажу, как светится. Так, ребята, пробуем. Знаю, что это будет видно, нет? Видно, прикиньте. Я вам больше скажу, он пачка все светится. Вот она. Смотрите, как пачка светится. Так, ну что, ребята. В общем, такие вот приманочки. Давно я не заказывал, скажу, на Алиэкспрессе приманок именно, но мне последний раз я заказывал, не очень понравилось. С того времени, конечно, много времени прошло, и все-таки приманки китайские стали лучше, 100% лучше. В общем, будем пробовать. Кому интересно, значит, ссылочки под видео в описании. Смотрите, переходите. Вот здесь вот есть подсказки. Интересные видео тоже можете посмотреть. Так, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!